25 июня президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новой дороги в Баку, проложенной параллельно улице Юсифа Сафарова. Председатель открытого акционерного общества Азер Автоюл Салих Мамедов проинформировал главу государства о технических параметрах новой дороги. Было отмечено, что в ходе строительства дороги с трехполосным движением в соответствии с проектом были снесены существующие препятствия, перенесены коммуникационные линии. В целях обеспечения безопасного передвижения пассажиров по обеим сторонам дороги проложены тротуары, установлены современные опоры освещения. В рамках проекта здесь сооружена автобусная остановка. Все работы выполнены в короткое время с соблюдением технологической последовательности и с высоким качеством.